Теперь порежем на упоры. Один из них будет с фиксацией. Я даже еще не знаю, что лучше. Второй будет неподвижный на трубе. У меня есть, к примеру, вот такие вот струбцины. Здесь тоже есть на трубе подвижная губка такая для прижима. Здесь просто установлена металлическая косынка для заклинивания. Работает, в принципе, нормально. Может быть такой способ. Есть еще вариант болтом даже в деревянной резьбе фиксировать. Ну и есть вариант сделать разрез и стягивать для фиксации. По принципу вот зажима для дрели. Делаем разрез и стягиваем. Последний способ, кстати, можно в принципе применить и для фиксируемой губки неподвижной. Ну, здесь в данном случае резьба была на трубе, верхняя губка просто вкручена. Упоры у меня получились сечением 43 на 50 миллиметров. Ось сжатия у меня будет проходить на 25 миллиметров от края, то есть площадка до трубы будет 50 миллиметров, ну, и дальше труба. Сейчас нужно разметить и сделать отверстие под трубу. Ну и упоры на трубе должны располагаться под небольшим углом, чтобы щит у нас не выгибался, не выстреливал. В принципе, у меня и самого было подозрение, что именно так нужно делать, но я как бы не знал. Пообщался с более опытными товарищами. Саша Столяр, это канал Александр Столяр, действительно подтвердил мне, что даже на покупных струбцинах подобного типа упоры расположены под небольшим углом, порядка 4 градусов. Сверлить я буду на вот такой вот стойке для дрели. Я ее использую для шлифования с вот таким вот кругом, установленным на дрель. Тут у меня и система пылеудаления стоит. Ну, для сверления она особо не нужна, а при шлифовке, конечно, я включаю. И здесь у меня установлена специально для шлифовки такая микроподстройка, упор. Для сверления у нас есть рычаг, вот мы можем сверлить. А при шлифовке я упором вот этим пользуюсь. То есть мы его устанавливаем, он скользит в пазу, фиксируем. И далее уже тонкой регулировкой можем точно выставлять зазор между диском и столиком. Трубу надо найти, чем просверлить еще. Вернее, не трубу, а отверстие в упоре. Сейчас я перемеряю. Даже гуляет. 26,5, 27 где-то.